До 80 тысяч мигрантов депортируют из Швеции. Как заявили в МВД страны, высылать намерены всех, чей запрос на предоставление убежища был отклонен. В прошлом году в королевство прибыли свыше 160 выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Это самый большой показатель на душу населения в Европе. Ранее Швеция, так же, как и ряд других стран, уже ввела пограничный контроль. Это заставило говорить о возможной отмене Шенгена. И вот новое заявление. ЕС может закрыть границы с Грецией. Официальная причина – Афины плохо защищают свои границы, проще говоря, не могут остановить поток мигрантов. В Греции уже назвали доклад Еврокомиссии, в рамках которого и прозвучали эти заявления, неконструктивным и не отражающим ситуацию.